Едем по Омску, там, короче, крутились, вертелись, но пока все четко идем, без нарушений. Вот, ну, как раз подъезжаем в самое интересное место, это, наверное, ну, центр, я не знаю, но вот, короче, слева на правый берег переезжаем, на Фрунзе, и вот сейчас будет самое интересное. По Герцена интересно, можно, нет, ну, либо тут прямо пойдем, либо там прямо пойдем. Короче, не знаю, улицы, как-то сейчас поедем туда, куда-то поедем. Красота, очень красивая красота. Прям круто. Интересно, налево сейчас у нас он как поведет? Можно налево, нельзя? Саня, ты точно туда поехал? Так, промазал, езжай прямо. Саня не туда поехал. Так, ну сейчас вот меня налево ведет. Сейчас посмотрим, можно там, нельзя. Будем его где-то там ждать. Что, он тебя перестроил маршрут? Не знаю, сейчас разберусь, пока понять не могу. Давай, я там, где будет место свободно, я встану сейчас налево, где уйду. Так, налево мне здесь можно или нет? Вот в чем вопрос. Я всех задолбался налево, направо. Пока ничего не вижу запрещающего. Только посмотри, с правой стороны вот дорога идет, есть выезд, нет, едут вдоль здания. Ну да, да, есть. Тут как раз тебе налево, ну я не знаю, можно, нельзя, ну что, придется ломать налево тебе тут. Давай, пробуй. Трехметровый, блядь, я не прохожу, все, я поехал. Жопа, так, а мне вот можно, блин, прямо пройти, потом налево, либо вот сейчас налево. Я пока ничего запрещающего не вижу, так что, наверное, будем поворачивать. Короче, где-то место сейчас для разворота буду искать, нельзя мне тут поворачивать. Да похер, Сань, что, ну потихоньку повернешь, нарушишь, ну а что теперь делаешь? Ну тут как бы узко, но можно попробовать. В зеркале вышел. Где-то по центру, короче, ездим. А, впереди нигде гайцов нету, посмотри. Тут придется поворачивать, тут знак-то видишь прямо только. Я не вижу, давай поворачивай. Да, я видел, что там только прямо и направо. Давай потихонечку, похер на всех, поворачивай, да и все. Ну а что делать, парень, в таких ситуациях? Ну, не туда маленько ушел. Если бы каждый день тут ездили, да, базара нет. Так, вот по вот этой прямо. Если вот так прямо пойдем. Ну я пока никаких знаков не вижу запрещающих. Видно, да, он, Саня, стоит на перекрестке. Блин, взяли бы туда, нарисовали, грузовым запрещено направо съезд. Ну, там прямо-то, конечно, видимо, можно.
Офигенски вообще. Там ребенок дорогу переезжает. Вот долбоеб, а. Ну и что, что фура едет потихоньку? С правой полосы надо направо поворачивать. Так, все, Саня вырулил. Все получилось, Сань? Уже, наверное, не принимает. Так, красный впереди. Саня, принимаешь меня? Рация, антенна, надо их женить, согласовывать, чтобы они в паре работали хорошо. Видите, уже не принимает. Сань, принимаешь? Просто навигатор сейчас направо его ведет, он может взять и направо повернуть, лучше прямо, нет уже запрещающих знаков. Саня! Пока пешеходов пропустим. Ну куда ты летишь, пидорас, сука? Конченый уебок, блядь. Извиняюсь. Бля, посигнали тоже, дети испугали. Не, ну я хотел посигналить, смотрю, уже остановил. Полудурок. Сань, принимаешь? Так что такое? Ты что меня не принимаешь? Сань, принимаешь меня? Я тебя принимаю, ты что меня не слышишь? Ну, сейчас, видимо, поближе подъехал, слышу. Ну что, удачно все прошло? Да, давай, поехали, только я не могу направление понять. Давай я за тобой еду. Да все, прямо 3 километра и направо. Покрути шумодав, что-то у тебя с радиостанцией, почему ты меня не слышишь? Ну потому что ты далеко уже был. Сейчас поближе подъехал, начал принимать. Сейчас уже опять не принимаю. Короче, прямо пока едет 3 километра и все. И там направо и приехали. А, вот. Ну, короче, как-то так, парни. Омск. Маленько. Не, мы до этого шли. Навигаторы ведут маленько по-другому. Но хорошо, что есть знаки. То есть... рекомендованное направление грузовым и так далее, да? То есть едешь, смотришь, навигатор ведет налево. Налево запрещено грузовому, знак стоит. Террас карту маленько уменьшил, бряк, там прямо можно проехать. И потом налево, и выйдешь на ту же дорогу. Все, едешь прямо. Как бы так. Видишь, красавчик, зеркала прикрыл. Ну, может, у него закрываешь машину, это закрывается. Вот. Короче, потихонечку, не без кипиша можно ехать. Так, впереди учебная, но мы потихоньку едем, Саню ждем. Семнадцать. Так, ладно, сейчас мы сюда перелезем и потихонечку поедем. Две полосы обгонят, кому надо, правильно? Можно Саню дождаться. Мало ли что с навигатором. Видите, когда бывает, раз маленький, один вираж, один раз не туда рулем крутнул, и все, и уже узко, тем более, когда машины такие длинные, 16-метровые. Ну ничего, маленько нарушили, но зато выкарабкались, а куда, что там, где там сейчас, что, разворот, маворот, поворот. Дальше ехать, а везде узко, там узкая дорога, ну видели, да, если камера вообще пишет, может она не пишет. Ну ладно, почти добрались. Ну вот мы и закончили грузиться, закончился этот рейс, мы в Омске. Осталось только бочину собрать. Саня. Ну, мы уже решетки собрали, затентовали, осталось защелкнуть и тросик. И все. И будем выдвигаться на Тобольск. 8 числа в Тобольске погрузка. Маленько там освобождаем, чтобы погрузчик смог профнастил взять. Короче, вот так вот. Такие дела. Заезжаем на заправку. Сейчас пускай Саня заедет, потом мы... Там такая яма неприятная, слив воды или как это назвать. Очень неприятный такой. Мы пустые, короче, едем на Тобольск. Опять вдвоем же. Видите, нас логист как гоняет
воды машины. Да и хорошо, вдвоем все равно подручнее. Боковые погрузки поудобнее. Решетки эти снимать. Заезжаю на уют. Буду вставать на стоянку. Маршрут перестроен. Короче, налево. Сейчас выключу навигатор, а то будет громко говорить. Короче, очень сильный ветер. Просто лютый ветер. И у меня расход просто как будто я с 20-ка еду. Я что подумал? Ладно, сейчас заплатим и дальше расскажу. Ну, короче, расход у меня бешеный, ветер очень сильный, встречный. И у меня погрузка сегодня 6 вечер, у меня погрузка только 8 утром. Я завтра утром встану и поеду. Глядишь, и ветра уже такого не будет. Короче, вот так вот я решил сделать. Сейчас встаем, отдыхаем. И будем там ролик монтировать, в душ можно сходить, хоть что можно поделать. Времени вагон, время часов 7 до вечера. А вот и Саня приехал. Чистенький какой, а? Красиво смотрится, да, машина, когда чистая? Плиты здесь. Ну, как бы ничего, особенно пустым-то вообще пойдет. Я и добрался до Сибура, встал на стоянку. Опять Александр рядом. Пойдем сейчас на регистрацию, отнесем документы. Погрузка завтра с утра, но посмотрим, может быть, вдруг и раньше погрузят. Сейчас машинка маленько поработает и пойдем. Александр Иванович, что делаешь? Творчество. Смотри, какой нож. Ну что я взял, у меня тоже есть нож. Ну, у тебя более крутой что-то? Ну, обычно это такой. Ну, я тоже такой вчера купил. Вот фломастер надо, видишь, при парке. Ну, так по месту. Хера. Ну, все. Надо вот, видишь, прочертить. Покрасивее, чтобы там. Ты расскажи людям, что делаешь-то, что это такое делаешь? Коврики излазь. Вырезать сейчас будешь, да? Да. Мы сейчас сначала сделаем лекало, а потом это все делаем. Шаблон, да? Да. Из моего коврика. Из твоего коврика. Твой коврик за образца. Вот что бы я без тебя делал? Да, согласен. Видишь, везде, Санька. Во, смотри, ручка, это тоже хорошо. Короче, ждем загрузку. И вот такими делами занимаемся. Полезным делом занимаемся. Мы даром время не теряем, да? Да. Мы сейчас сделаем коврики. Вот у меня там дорожка лежит. И этот шаблончик раз и вырежу дорожку. Все правильно. А потом я заеду в ателье и вот так же обметаю. А это как называется правильно? Обрамить или как? Ну, короче, вот так, чтобы было. Оверлоком. Вот, да, вот это слово. Ну, тут видишь, она обметку сделает. Это обметана здесь у тебя материалом дополнительно. Сколько ты за них отдал, ты коврики? 4700. Вот. А я что-то посмотрим, сколько у меня. Ты что ручкой тут чертишь на моем коврике? Ты не видел, ничего не Ты не должен замечать. Слушай, ну фломастер надо. Ну да. Что-то у тебя, наверное, маловато, да, прижал? Ну, миллиметр-то ничего. Ну хотя бы процарапай, чтобы вот оно было видно. Хотя бы так. А можно вообще ножом обрезать, да и все. Я ножницы же взял. Ну или ножницы. Короче, вот такая обстановочка. Красота, скажи, лето в Тобольске. Да. Ох ты, а что ты мне? Давай я подержу. А что я? Давай заново. Да ладно, господи, маленько, вот прочерти заново, да и все. Что-то уже влажное они тут. Красота.
полевых условиях делать коврики, да? Всем доброй ночи. Катались по Сибуру. Вот такой вот вид. Круто, шумно и так далее. Короче, ищу третьи ворота. Будем вставать на третьи ворота. По-моему, я как-то грузился с них, то есть это там чуть подальше. Вид бомба. Ну тут уже не так, издалека классно смотрится. Грузимся, время 2 часа ночи, погрузка в 2 у меня, ну чуть раньше тут я заехал. Вот. Поспал 3 часа, то есть лег там я буквально в 10, наверное, в 11. Ну, короче, чуть-чуть поспал. Вот, сейчас бы, если, дай бог, чтобы быстро погрузились, без всяких перегрузов, без перемещений, перестановок, и выезжаем уже за территорию, и ложимся, и дальше спим. Пока такие планы. И едем до Челябинска. Уже нашли начальника автоколонны, нашел мне подменного человека, который сядет на время моего отдыха. Вот это будет человек, Евгений его зовут. Так что все, пока в елочку. Вчера заметил, что опять на прицепе не горит одна лампочка. И, по-моему, на тягаче с правой стороны тоже габарит не горит. Вот, ну, я вчера, когда проверял, было очень ярко. То есть хотел вечером еще проверить, и что-то все забыл, короче, заболтался и это. Так что проснемся, нужно будет обязательно еще раз проверить габарит. Если реально не горит, поменять, и все уже четко. Машина помытая, лампочки будут гореть, и все будет красиво. Я еду, конечно, молодец, болтаю, а нумерацию-то я не смотрю, ворот. Я так уверенно еду, как будто знаю, что прям там, но, по-моему, там. Это было давно, я там грузился. Вот. В прошлый раз я грузился на старом заводе, а это новый завод. То есть как бы две площадки предприятия. У огромного предприятия и красивого. Если я не ошибаюсь, вот здесь. Ну-ка. А где нумерация? Чуть не вижу. Сейчас фарами вот так освещу. А вот 03, а что красный говорит? Да не, это не просто для меня открыли. Все, вот 03, да. Все, я правильно приехал. Так, мы загрузились, смотрите, подушки просто упали. Сейчас интересный момент будет, то есть какой, как нас загрузили, потому что 21 тонна. Сейчас запустимся, воздух накачает автомобиль, снимем с ручника, чуть зад-вперед проедем. Рассказываю, в чем смысл. Короче, у них весы маленько работают не так, как у меня. То есть это было на прошлой машине, именно на новой площадке. Вот, ну все говорят, что весы работают не так. То есть у меня показывает якобы перегруз. Так, включим, чтобы покажешь, подсвечивало. Якобы перегруз. А у них показывает якобы все четко. Так что сейчас будем смотреть. Сейчас подушки выровняют. Видите, показывает. Чук, все. В транспортное стало положение. Так, 21,8. Сейчас мы снимем с ручника. Так, ну вот у меня пока что все ровно. 9 тонн, блин, нет, в этот раз хорошо загрузили. Конечно, посмотрим, как покажут себя весы их. Ну, у меня все четко. Может быть, правда, в прошлый раз не так маленько грузили, не по такой схеме. Ну, видите, он меня привирает немножко. Вот, ну, может, не знаю. По документам 20968, по-моему. Короче, 21 тонна. Не, ну все, все ясно. На ведущей, видите, по топливу у нас, в принципе, нормально, почти полный бак. И на ведущей 9,2, это очень хорошо. То есть машина будет, в принципе, катиться очень хорошо.
Ладно, пойдемте закрывать прицеп и выезжать на весы, потом за документами. Загрузили мы вот такую вот крошку. Пропилен, или как она называется. Короче, по 25 килограмм мешок. Все, закрываем ворота, крест поставил. Ладно, рукой одно неудобно. Вот такой вот красивый завод, уже не раз снимаю его, мне нравится, особенно в ночное время, блин, классно все светится. Это вот новая площадка. Кстати, загрузили быстро, за 48 минут. То есть, как я заехал на территорию, сюда наш за шлагбаум, за это время я успел получить документы на отгрузку и успел загрузиться, закрепить груз, ну вот, то есть закрепить палеты, каждый палет, ну, который по 10 свечек, короче, я 10 палет я закрепил. 10 свечек поставили, потом двойку, потом однерку, потом опять двойку, по-моему. Вот, ну, который между двойкой я не вязал ремнем, потому что он зажат. Вот. Все, едем на весы, короче, быстро загрузили. Главное, чтобы сейчас на их весах у меня все было ровно, иначе они будут перегружать, если на их весах будет неровно. Но я думаю, все ровно должно быть. Они проверяют именно по осям, нагрузку по осям. У меня все четко. Ладно, сейчас доедем до весов, узнаем результат. Потом за документами уже все на выезд. И на выезд. Встаем на стоянку, здесь есть стоянка. И отдыхаем до утра. Утром меняем лампочки и выдвигаемся на Челябинск. Подъезжаем к весам, блин. Что-то я забыл у них про эти весы. Такие маленько они крутоватые. Не знаю, я думаю, не оторвем отбойник. Или это только кажется, что они крутоватые. Так, что у нас? Движение без остановки со скоростью не более 5 км в час. Мы уже едем, да? Что-то ни светового сигнала, ничего нету. Вроде не зацепили. Чего он моргает? Вот и все, парни и девчата. Прошел весы, все четко. В этот раз вообще все в елочку, все классно. Возвращаюсь обратно в операторскую, забираю документы, вешаю пломбу, выезжаю, меня досматривают номер пломбы, сверяют, и все. Выезжаю уже на стоянку. Можно, кстати, и здесь запорное устройство поставить, потому что прицеп не полезу, просто номер пломбы поставят. Уже на стоянку и баньки. В принципе, уже и светает, ну как, 3 часа. Я как бы по сути-то и выспался, да, ну как, конечно, я поспал 3 часа, но как бы чувствую себя нормально, тем более еще пошевелился, побегал, крепил груз, но в любом случае нужно поспать, потому что это вареный потом ты весь день, такое мутное состояние, я не люблю так ездить, то есть я посплю, встану и поеду. Сейчас узнаю еще по времени выгрузки, вот, если прям не к спеху, бывает там прям много времени дают, да, то есть кто часто ездит, то знает. Бывает прям нереально большое время дают. Так что будем отдыхать и с утра встанем, сделаем все свои дела и будем выдвигаться. Так, надо остановиться, Саша. Меняем лампочки. Вот наш неработающий габарит. Потемнело, да, уже почернело. Отражение только свое видно, как зеркало. Вот. Это уже тоже какая черненькая. Ну, работает еще. Ладно, пускай работает. Этот габарит, ну, он горит. Ладно, вот этот не работает. У Скания, видите, все на звездочках. Есть и специальный набор. Такой вот. Ой, тут вот написано. Скания. Идет в каждой машине. Звездочки, лампочки. Вот. Набор лампочек в машине был. На складе получал предыдущий водитель. Так что берем отсюда, чтобы не дербанить этот набор. И меняем. Все, делов на 2 минуты. Я считаю,
это нормальная процедура, когда при каждой смене водителя, ну то есть когда машину передаешь сменщику, чтобы машина была чистая, если есть такая возможность ее помыть. Вот. Ну, а лампочки и все остальное всегда должно работать, и в салоне должно быть прибрано. Я считаю это, в принципе, адекватно. Что машину человек принимает, он видит все на чистой машине, какие царапины, какие проблемы. И по техническому состоянию все сделано. Когда он уже будет потом, допустим, мне передавать, также лампочки поменял, что-то еще сделать, если есть возможность, помыл. Я считаю, это, в принципе, это все нормально. Так и должно быть. Бывают люди, которые отдают машину совсем в плачевном состоянии. Ладно, сейчас мы соберем фонарь. На прицепе уже поменял лампочку. Потом здесь помоем. Ну, чисто, но все равно влажную уборку проведем. Это место тоже все помоем. Заморал. И будем выдвигаться. Время утра, вот нахожусь на стоянке. Город Тобольск, напомню. Че, красотка? Ладно, все, собираю. Фонарь. Видите, все на звездочках. Ладно, уже говорил. Ладно, собираю и делаю влажную уборку. Проходим весовой контроль. У нас по весам все в порядке. 9,3 ведущая. 21,5 на прицепе. То есть это норма. Все четко. Покидаем город Тобольск. Жителям города Тобольск огромный привет. И движемся на Челябинск. Ехать мне 770 километров. Поедем на Тюмень, с Тюмени на Курган, с Кургана на Челябинск. Можно маленько было бы сократить, но дороги закрыты на просушку. Вчера я пустым прошел, без проблем, а сейчас, увы, нет, не пройду. Так что хорошие нам дороги, вечером будем дома, в Челябинске имею в виду. Скорее всего, меняться уже завтра с утра будем, потому что приеду, ну, уже часов в 10, в 11, наверное. Так что так, ладно, погнали. Я еду и удивляюсь, как все быстро позеленело. Посмотрите, просто уже все зеленое. Трава зеленая, деревья все зеленые, березы вон зеленые все. Одуреть, да? Вот я буквально пару недель назад, мне кажется, здесь ехал. Все серое, да вообще везде все серое было еще. Только снег сошел. А сейчас уже все зеленое. Стекло видали, да, все в мухах. Но я не мою его, не чищу, потому что разводы получится. Уже до стоянки доеду. И швабры с ферри его отмою, всех этих мух. И будет классно. Просто убийца, блин, мух. До Челябинска мне... Так, 170 километров. Совсем хер... Чуть-чуть осталось. Так, до кольца 37. Вот, и все, и потом прямая. Так что вечером будем, часика 8 уже заеду в Челябинск, встану на стоянку, и человек подъедет, примет машину. Ну, я пока вещи соберу, лобовое помою, что-то тут поделаю, и как раз человек подъедет, я ему все передам, я поеду домой. А человек уже либо сразу поедет, еще не узнаю, но это уже не мое дело, по сути. Уже сам выберет. А мы поедем домой отдыхать. Отдыхать планирую до конца мая, ну, по моим планам, там посмотрим, конечно. Так что пропаду до конца мая, наверное, посмотрим. Может быть, если машину приобрету какую-нибудь, поснимаю. Может быть, еще что-нибудь там перепродажу возьму. Вот. Ну, короче, посмотрим. Не обещаю, но, возможно, ролики будут. Если возьму свою машину, ну, под себя, под жопник, буду обслуживание делать. То есть в любом случае, если я для себя машину возьму, я там масла, фильтра, все это менять буду. Посмотрим, там что с колесами. Если колеса будут плохие, там колеса новые будем брать. Ну, короче, вот такими движухами. Там полировка, мойка, чистка, все как, ну, чтобы сделать машину под себя. Оформление и так далее. Вот. А на перепродажную, если я еще возьму, ну, там, по сути, то же самое. Мойка, химчистка, продажа, покупка, продажа, вот такие дела. Короче, посмотрим, как бы дел на самом деле много, но самое главное — это рождение ребенка, то есть жена вот еще дома,
На днях должна уехать в роддом, как раз в елочку, все, я подъезжаю, все четко. Вот, посмотрим, как там что. Получится, не получится ввязаться опять в авантюру с перепродажами. Как бы это для меня хобби, мне это нравится. То есть посидеть там в гараже, что-нибудь пошкурить, помыть, почистить. Ну и может быть даже на этом заработать. Не получится заработать, ну и ладно, зато что-то поделал. Вот. Ну, может быть, не буду брать такие машины, чтобы там что-то шкурить и красить. Такую чисто помыл и продал. Быстрые. Посмотрим, короче, не будем загадывать. Главное сейчас с роддома встретить, создать дома какие-то благоприятные условия. Короче, первым делом рождение ребенка. Все остальное это потом. Короче, такие дела. Ладно, едем, любуемся дальше. Зеленым лесом, стеклом, лобовым в мухах. Короче, едем. Поприветствуем коллегу и двигаемся дальше. Я уже на стоянке в Челябинске, мою лобовое от мух, уже на третий раз, наверное. Сейчас чистое-чистое будет, сейчас уже будем смывать с ферри. Мухи отлетают просто, как с добрым утром. Вся морда в мухах. Ну, короче, смываем и ждем нашего сменщика. Все подготовил, все прибрал, сумки собрал. Осталось только показать по машине и все. Ну вот, все я намыл, все начистил. Все. Оп, салфеточку положил, надо выбросить, потом будет. Короче, не знаю, пока не стал снимать все вот эти свои прибамбасы. Сейчас человек приедет, поговорю, если, короче, надо, я оставлю. Не надо, я заберу. Неохота таскать, если честно. Вот, ну, можно наверх убрать. А, коврик надо взять, постирать. Ну, а так все чистенько, все убрал. Как бы цивильно. Все красиво. Документы, папку приготовил, все там карты, документы, накладные, все там. По машине все четко у нас. Ничего нигде не покоцано. Сфоткал для отчета, тоже руководству отправлю, в каком виде сдал машину. То есть все целое, нигде ничего не порвано, не покорябано. Самый страдающий элемент, отбойник, тоже все целое. Очень часто гнем его. Пломба висит. Ворота закрыты. Сверху все в замках. Лампочки все горят, кстати. Только я устал чуть-чуть неровно, да, кабину. Как ломал, так я оставил. Ну ладно, уж не будем запускать. Так-то ничего страшного. Просто вроде некрасиво. Эти отбойники тоже все целые. Запаски на месте. Конники на месте. Все целое, лампочки все горят, все я поменял, могу продемонстрировать. Это я не оттер. Уже мне в комментариях написали, что и ВДшкой можно, и водичкой теплой. Да-да, парни, знаю, но до сих пор не могу сделать. Вот. Короче, все, ждем сменщика. И отдаем машину. Ну вот, короче, как-то так. Ладно, всем пока. Посмотрим насчет машин перепродажных, либо для себя. Может, что-то поснимаю. Если пропал, значит, нечего снимать. Короче, как-то так. Блин, прям выровнять хочу тягать. Чего он так некрасиво стоит? Все-таки я решил подровнять его. Прям не могу смотреть, что криво стоит. Так, вот и назад чуть-чуть. Сейчас ровнее. Все, всем пока.